Ну что, меня послали, значится, на прием взять талон, так как по больничному она меня не хочет принимать. Пойду в регистратуру брать талон. Можно с другой стороны. Будем продолжать вторую серию съемок. Пойдем. Да, карточку нее. А можно просто талон написать, мне карточку не надо, а то я не успею уколоться. Нет у меня сада. А почему вот мне врач сказал, никаких талонов не надо? Я вот ходил вот к этому, к Попову. Он говорит, пойдете к Милетьеву, без всяких талонов, только по больничному. Она запросила какой-то этот. Да? А я к нему без этого ходил. Серьезно, что ли? Да фиг вас знает, вы все это понарошке делаете. Полис, давайте, понарошке. Полис, да? Да. Сейчас, по-моему, строим полис. И полис, где получали, скажите, конечно, вы меня уже должны все на лицо знать. Да, я вас передачу делаю. Глядите. Через 2 дня выйдет передача в эфир. Ну, вот. Хоть пусть говорят, хоть зеленское телевидение, спасибо, хоть в интернете, вы поглядите, ну, передачу о вас. Как вы осуществляете тут все наглядно. Вы здесь записываете, да? Кого похвалим, кого не похвалим. Она сказала, у вас в регистратуре. Да. Вам все равно? Ладно, годится. Гоняйте, пихалки, больного человека со спиной, больной. Куда? А катается, да? Еще не попали, еще карточку не принесли. Не принесли карточку, это важно. Бать. Сколько мне прошло? Она мне сказала, что это пройдет у меня карточку. Так у меня карточка там была. Я на приеме был. Сынгор, не надо, я собственно. Обычно она не пойдет. Что, неправильно? Зачем они это сделали? А этого, знаете, зачем сделали? Не знаю. Чтобы больше денег заработать. Они сюда написали тоже, насколько я пришел, а тут еще, блин, горелый, до меня еще никто не заходил, народу вполне. Они просто визуально пишут, вот и все. Она, наверное, участник войны. Участник фронта и соучастник каких-то подземных дел. Наверное, полей колоски воровала. А говорит, что она участник. Поддельный. Соучастник. Соучастник. Вы куда? Сюда, бабушка? Я придумала.
узнать, какой номер. Вам прочитать? Вы не видите? Давайте я прочитаю. Все узнала. Ну вы определитесь, вам сюда или не сюда? Тихо, Егор, успокойтесь. А? Успокойтесь. Я... Нет, я просто хочу спросить. Сюда, сюда. Сюда. Но вам не надо сюда. Вы передумали. Потому что весь народ много пугается. Нервы дороже, правильно, бабушка? Нет, вы на фронте-то были вообще? Если вы фронталист, нет, не была. Серьезно? Слава Богу, не была. Вы были, значит, главным волоха тиром где-нибудь, блин, даже. Точно, так. Мне не надо. Нет, у меня теща как круто бы. Она предлагала вот этой администрации сделать все бумажки, всякие самые. Последний час, если вы говорите, что вы очень была больничная, не будете. Колонку выдавайте за 3 часа первого. Больничная, что твоя главная? Владимир Все, пойдем. Все. Готово? Так. Вот рецептов наделали много. Ну, что поделаешь? Написал, знаешь, сколько кто-то мне батюшки. Пойдем на свету прочитаем. Целый прочитаем. Вы не давайте знать ничего? Ничего у кого? Ну, не все. Не все, но есть некоторые, которые... Да, которые даже выберут, скажут, нет этого, иди. Нет поставочка. Спросите то. Ну, по-хорошему даже и то не ответят, да? Вот таких много или как? Я не знаю, я к одному хожу. И вот что с вами как обходится? Вот я говорю, пришла вот к ней взять талончик, на обследование талончика. Да. У меня другой говорит, надо участковый взять. Вот дала она, говорит, иди возьми талон у нее, понятно. А она даже, идите. Вы ветеран труда? Ветеран труда. Ветеран труда. Понятно. Как вас встречать? Наталья Васильевна. Наталья Васильевна. Понятно. Вот так что. Ясно. Спасибо на этом. А что? Чего? Будем разбираться. Бахил Антонина Васильевна. Бахилу снимите. А, да, Бахил. Давайте я помогу. Да не надо. До свидания, женщины. С наступающим всех праздничком. Вы как вы? Не в обеденном врачи? Или что-то есть там? А вы не врачивали, да? У нас, да, съемки. У вас врачи всегда. Ну да, у нас зайти в общем не пусть. Значит, так я хочу сказать. Терапевт, врачу 800. Есть там? Правильно? Я по разному не хочу. А, вы по разному не хочете. У вас свой, значит, такой купленный врач. Нет, участковый. Нет, да? Все, чай участковый есть.
купленный. Один ушел, я другому, ну вот ты. Какой талон дадут кому-то, мы идем, нет. Потому что не всегда нет. Есть. Ну, нет. Не всегда, когда нет талонов к этому врачу, даешь любому. Я сейчас спрашиваю, вот нет к такому-то, все есть. А нет? Нету. Нету? Нет. Значит, все, я жду. А я вот перевел. Идите, говорит, возьмите вот талон к другому врачу, и она вас примет. Вот другу, своя. Это закон. Мы имеем право к любому. Конечно, вот любого. Я говорю. Да. Они посылают, вот понимаете, я вот ходил, например, к одному врачу, так? А он мне говорит, а почему вы не на свой участок пошли? Я говорю, так у меня давление было, дорогие мои люди, у меня ведь тоже давление поднялось. Я говорю, я не смог прийти, вот я уже пришел к другому там, например, они сразу, вы знаете, панику такую, ты как-то так, не на свой участок, ну это я имею в виду пациента, другие вот этого участка. Вы не выказываете моих тогда. Нет, что говорите вы от писанины? Конечно, они не поднимая головы пишут. Вот их требуют, а не поднимая головы, подойдешь и скажешь. Так, куда же пожалуйста? А она пишет. Она пишет. Даже пухает, пикает. Вот видите? А вы можете... Вот видите? Значит, все правильно. Ну, а вы знаете... Значит, логика ведь есть в чем-то. Мы ходим в больницу. Ну, понятно, конечно. Они всегда пишут. Они могут стирать. Они напишут все, что... Они напишут... Нет, вот. Не надо. Об этом не надо большого угодно. Почему? С них требуют. Требуют. С них требуют, а они чересчур требуют. Вторая серия. Что мы, как мы сможем подрезюмировать вообще? Ну что скажу, в этот раз со мной обошлись буквально... Хуже, лучше? Лучше, намного лучше. В следующий раз будет еще лучше. Потому что они поняли, кто сюда приходил к ним. Вот. Если бы они не поняли, значит, было по-другому. Они уже, видать, поняли, что сюда кто приходил. Вот. Я человек прямолинейный. Все прямо высказал, вот и все. И остались все довольны от моих высказываний. Вот так вот, дерзайте, пациенты, товарищи. Вот, что скажу вам. И все будут довольны. Вот. Всех с наступающим праздничком.